Ислам Алейкум, мы не вкладываем в средневековой культуры, что там живая история или наследие веков, или что-то в этом роде. Я уже сейчас так разволновалась, чтобы вспомнить. Сейчас мы станем свидетелями битвы, причем битвы такой очень настоящей. Со мной здесь находится вот Оля. Вот, посмотрите, это моя Оля. Да. И вот сейчас вот эти люди будут драться против вот этих людей. Да, швейцарцы, какие-то нерусские бурдуны. Немцы? Против немцев, англичан и, что самое интересное, ВКЛ. Великое княжество Литовское. К слову сказать, пока там рыцарь готовится и так далее, вот это как раз как Нерусский замок. Оборонительный форт 16 века. Вот сейчас мы станем свидетелями вот этой жесточайшей просто битвы. Оля видела вот, кстати, битву только что. Ну и как тебе? Шок. Потому что они дубасить по соправдному один одного. Одному амаль что голову снесли, а иншему палец оторвали. Ну амаль что. 26 бойцов. Ангар! Ангар это значит на руке. Ангар! Вот сейчас вот эти люди пойдут против этих людей. А навар это значит вперед. И сейчас будет твориться какой-то просто жесткий трэш. Пехота Швейцарии переместилась на правый фланг. Видимо, они решили принять удар противника, погасив сразу инерцию атаки пехоты, поглотив ее и затем сделать свое дело. Это какой-то кошмар. Посмотрим, отражается себя защитная тактика швейцарской пехоты. Итак, швейцарцы ощетинили смугло листалище. Выбрали защитную тактику. Тем временем атакуют единственный жар строй, в то время как армия швейцарцев держит плотный строй также в углу, поочередно выбивая противников. Судя по всему, партия теряет своих воинов, ибо воины за них чуть не убили. На самом деле все очень по-настоящему. Способом ведения пешего боя. Это атака. Жестко. Когда два плотных строя. Сейчас как раз таки мы увидим еще третью сходку. Вот этих сумасшедших молодых людей. И второй способ ведения боя. Это сейчас мы видим реконструкцию битвы. Третью часть. Реконструкция. Оля по такому впечатлениям. Я сама в шоке. А я еще раз напомню, господа зрители, о том, что они чокнутые. Эти бедные мужчины, они в доспехах, им же капец сложно. Испытывают сопротивление не только противников, которые упорно не хотят продавать доспехи, которые в полном комплексе вместе с оружием весят более 30 килограмм. 30 килограмм весят эти кошмарные доспехи. 30 с лишним килограмм превращаются практически в 100. Время уменьшилось. Всего 18 воинов сейчас из 26. Вот сейчас против вот этих 26 человек выйдет вот эти вот 18 парней. Вот уже 6. Оль, ты за кого болеешь? Далеко. Очень далеко. Ты за которых? К сожалению, сейчас не могут удержать своих парней. Напоминаю, вот эти 26 парней. Сейчас буду драться. Так, воины союзной партии готовы. На рубеж! Ангар! Анаван, марш!
пехота использует смешанную тактику. Плотный строй, который перемещается в сторону противника. Вы видите, что сейчас две партии очень осторожно подходят к вопросу разрешения конфликта. Дуэль на репортистов сейчас происходит. Он уже не сможет достать противника из строя, выпустить его. Гравитация пехота пошла в атаку. Атака встретилась серьезно. Мы только что наблюдали невероятную совершенно битву, где совместная армия, в том числе войска ВКЛ Англии и Германии, победили, практически победили, скажем так, 26 пехотами. Их было 26, наших было всего лишь 12. И не поддались, потому что они же гости, но их нет. Да, и поэтому... и осталось двое человек из ВКЛ и пятеро. Вот это вот как раз немногочисленная армия ВКЛ. Теперь уже точно крайний бугурт на сегодня. Пехота прославила это поле своими победами. Далее мы увидим, как будет славно показывать свое умение кавалерия. И воины готовы сражаться. 9-9. Партия швейцарцев против партии германцев. Ангар, господа! На рубеж! Аван! Обратите внимание, что это бой фактически древкового оружия, это дуэль алибардистов. Щитоносцы составляют подавляющее меньшинство обеих партий. Что, собственно говоря, и является историческим, полным историческим аналогом. Как воины знают уже на вкус друг друга, не спешат они сражаться, потому что на кону все-таки победа и, возможно, союзная партия зашел в глубокий тыл, но кажется, он уже двое, и мы бы советовали ему вернуться на место. Сейчас он будет бой начался. Парням не повезло. Так, 4 воина союзной партии против 5 воинов. Пашенька, стой! Швейцарская пехота сражается на правую счетчик. Приветствуем доблестную партию швейцарцев, не проигравших в очень недовольны, но они победили. Аплодисменты на сегодня массовые сражения. Зато сейчас будет конный турнир, и мы тоже его покажем. Сегодня это титановая конка без остальных наконечников из Попову. Хочется сказать несколько слов по адресу кавалерии. Дело в том, что воин, сражающийся верхом, должен справляться не только со своим противником, но еще и с лошадью. И средневековый конь, очень часто лошади были фризской породы, господин Павел Заславский, вместе с рыцарями так важно горцует около леди. Эти по-настоящему рыцарские лошади, господа. Может быть, некоторые из них немножко боятся всего того, что сейчас здесь происходит, но поверьте, это лошади, которые не раз были в сражении. Им осталось лишь немножко привыкнуть к всему тому, что происходит, к этим цветастым баронам, герцогам, леди в прекрасных костюмах. И все, собственно говоря, станет как руки своя. Так вот, все средневековые сражения практически проходили на лошадях фризской породы. К сожалению, сегодня мы не будем наблюдать из них. Я представлю вам позже по отдельности. А теперь хочу вам сообщить о том, что сейчас будет происходить. Каждый из рыцарей, конных рыцарей, будет выполнять некоторые упражнения. Вы видите, что рыцари не облачены в доспехи, посему сшибаться сегодня они не будут. Упражнение, в котором должен был обязательно практиковаться каждый воин, дети дворян, начиная с 12-летнего возраста. Попасть
перекрестье, которое находится посреди ристалища. Кстати, отступая от темы, основной темы нашего видеоблога, хочу немножечко показать наш палаточный лагерь, в котором мы с Олей живем. Сейчас оттуда будет выходить Оля. Оля появилась. Как видно, это самая большая палатка в этом палаточном лагере. Тут, кстати, немного палаток, но наша почему-то оказалась самая большая. Вот наши соседи. Вот. Это наш такой дом. А вот там мокрый, холодный ранец. Сегодня мы пережили ужасный дождь. Холодный очень дождь. Было очень холодно. Но теперь, альхамдулиллях, все хорошо. Вот, сейчас мы немножечко соберемся и пойдем. Мы пойдем вон туда. Туда. Вот там, где виднеются вот эти вот штуки. Это замок. Тут вот пепелище, значит. Все, что осталось от костерчика. И калийные удобрения. Вот. В общем, мы идем. Еще раз покажу наш палаточный городок. Оля, кстати, цепляет наши аккредитации пресса. Вот, Оля у нас фотограф. Я вот пресса, пожалуйста. Да. Вот это наш палаточный лагерь. Небольшой совершенно. Как-то очень удивительно. Несмотря на то, что выходные, людей здесь мало. Что? А у тебя антенка торчит. Подержи. Прием, прием. У меня из головы выпала иголка, которая торчала у меня как антенка. Вот, и мы сейчас идем, собственно, в этот вот, как он называется, в замок. Вот туда. Нас поселили здесь, как я не знаю, просто на отшибе на каком-то. Нам идти 3 дня лесом, 3 дня полем. Пошли, не снимай стол. Вот там за машинами, правда, плохо, конечно, видно из-за этих самых машин, но там находится лагерь, средневековый лагерь. Они живут там полностью в атмосфере средневековья. Спят в таких огромных шатрах, даже без никакого покрытия на земле. Спят на мощах. Смотрим рыночную площадь. Тут находится средневековый рынок, где можно купить преразнообразные средневековые вещи собственными руками. Вот, например, кубки, ложки, посуда. Вот посуда стеклянная. И всяческие украшения. Все это сделано руками. Глиняная посуда. Тоже сделанная своими руками. Вот, я так понимаю, автор глиняной посуды. А здесь настоящие средневековые кузницы. Такая импровизированная кузница, которая тут, собственно, делает всяческие интересные штуки. Ваня, иди сюда. То же самое, что бороды. Боже, боже, настоящий палач. Кстати, очень недорого за фотосессию с палачом. 15 тысяч рублей. Я не знаю, сколько это в долларах. Субтитры
Вот музыкальные инструменты ручной работы. Все это сделал вот этот совершенно прекрасный господин из России, который делает всю эту прелесть своими собственными руками. Там посмотрим. Настоящий ткацкий станок. Ты в какой-то момент своей жизни пыталась его освоить, но сам учиться не грамотно попался. Вот эти, которые мессир Лион, куртуазный благородный рыцарь, который является дворянином далеко не в первом колене. К сожалению, это последняя запись, после которой я закончу снимать свой видео. Уважаемые бойцы, уберите, пожалуйста, сомкнутую защиту рук, простонародье называемую кулаками. Это было заранее описано в правилах. К сожалению, у меня заканчивается батарея, поэтому мне придется с вами распрощаться. И свое видео, наверное, я закончу вот именно этим боем. Ну и результаты боя лидируются ВКЛ. Распорядители турнира были оговорены правила, согласно которым костюм и доспех воина должен соответствовать конкретному историческому периоду и конкретному территориально локализованной области, реконструкцией которой занимается воин. Отряд Мюрни. Ангар! И отряд ВКЛ, за которых я, собственно... Алле! Марш! Марш! Первое массовое сражение! Битва за знамя сегодняшнего фестиваля! Как часть воинов перебралась на мост для того, чтобы зайти в тыл и разбить отряд защитников знамени. Обратите внимание, что каждая из партий оставила наиболее опытным воинов для того, чтобы защищать самое святое, что было в армии Средневековья, это свои знамена. Ибо знамя, реющее над полем боя, было неизменным как ориентиром и тем подкладывающим фактором, который заставлял воинов сражаться. Как только знамя исчезало с горизонта, армия могла просто разбежаться. Итак, партия Великого княжества Литовского переходит в наступление. Отчаянная попытка защитников знамени Нюрнберга отстоять его. Отпускаем знамя, если нашли противника, отпускаем знамя. Господа воины, я прошу вас быть максимально корректными по отношению к чужому знамени. Первая сходка закончилась!
закончена победа отряда Великого княжества Литовского на исходной! В общем, дорогие мои, ассаламу алейкум. Да, еще, что касается и до следующего видеоблога.